С 2011 года ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой праздник. 17 апреля в Серпухове чествовали тех, кто посвятил свою жизнь обеспечению безопасности граждан. На улице, близ памятника сотрудникам милиции и полиции, погибшим при выполнении служебного долга, собрались ветераны и работники правоохранительных органов, члены их семей. Здесь состоялся митинг в память о героях, отдавших жизни делу обеспечения безопасности. Участники почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы к мемориальным доскам и памятнику. Традиционно в этот день мы собираемся здесь, у этого памятника, возле нашего управления, почтить память. И это говорит о том, что память о наших друзьях, коллегах жива. И эта память будет жить в наших сердцах долго. Торжество, посвященное Дню ветерана органов внутренних дел России, продолжилось в актовом зале. Валерий Пучков поздравил присутствующих с праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в работу органов внутренних дел и неоценимый опыт, которым они щедро делятся с молодыми коллегами. Благодарственными письмами главы города Пущино в этот день были награждены Сергей Аникин и Вячеслав Дорохин. 2018 год проходит под знаком 300-летия полиции, а минувший 2017 был годом столетия российской советской милиции. Ветераны МВД были награждены юбилейными медалями «100 лет милиции России». Ее вручили Владимиру Киселеву, бывшему начальнику Пущинского отделения.